Храм во имя святых апостолов Петра и Павла был построен руками сельских жителей и освящен в 1910 году. В богоборческую эпоху его закрыли, переоборудовали в клуб и только в 2004 году вернули Русской Православной Церкви. Среди святынь, которые хранятся здесь, частицы мощи святителя Николая, преподобного Сергия Радонежского, блаженной Матроны Московской, святых оптинских старцев и других. Для нас, конечно, это огромная радость. Это архипастырская молитва за нас, да, это опыт, потому что владыка всегда старается чем-то поделиться, напутствовать, подсказать, да, помочь. В воскресной проповеди владыка Иосиф отметил, что православный человек должен осознавать, что земная жизнь дана ему единожды. И нужно учиться не роптать и за все благодарить Бога. Не только за блага, которые он нам посылает, но и за испытания и лишения. Вот что значит не роптать? Что значит терпеть? Что значит даже в лишениях и муках благодарить Бога? Ведь потому что это действие промысла Божия, Господа, любящего каждого человека. И даже страдания и лишения посылает Господь, любя нас с вами. Настоятель храма иерей Андрей Деревцов служит здесь уже 5 лет. По завершении богослужения он обсудил с владыкой Иосифом вопросы духовной и хозяйственной жизни прихода. Мария Латышева при содействии пресс-службы Улан-Удэнской и Бурятской епархии.